как можно подвергнуть этническим чисткам, геноциду коренное население, приехать и заселиться на его местах, а когда спрашиваешь этих социалистов, почему вы тут живете, говорят, нам это Бог даровал. И вы спрашиваете, вы какие социалисты, так уточняешь? Говорят. Максим, ну так не, да. Ну что это просто вранье, так, наверное, а говорят, что туда какие-то, приехали? Какие-то... Что туда советские евреи приехали? ООН, потому что что? Была после Какая Второй ООН, мировой что можно войны. Миллионы людей туда заселить. Не было сначала стран. Можно миллионы людей, стало можно после Холокоста. Можно было бы еще больше заселить. Вот вы что, против того, чтобы 6,5 миллионов было заселить, которые в камерах куда? Пошли? Туда? Почему их надо заселять на палестинскую землю? А лучше сжечь их, заселять? Конечно. Нет, в немецкие дома потому их заселите. Потому в немецких домах они сгорели. Вот именно. Поэтому создайте Израиль на территории Баварии. Вот Дахау. От Мюнхена до Дахау ехать хорошо. 20 километров. Максим, вот, вот создайте в Мюнхене Тель-Авив. Максим, что вы создали его там? Что вы палестинцы, которые никакого отношения к этому не имели, почему на их местах создали? Максим, то ж слабых, что ли, можно, это понимаете, не было, это не было их.